Всем привет из Сочи. Я захейтил Пашу хейтера. Тут одна дамочка, некто Алена, написала, что молодость была у всех, травку курить. А я лично буллингом занимаюсь из-за носа Паши хейтера. Отвечу про молодость и курение травки. Хейтеру 35 лет. Все вот эти его подвиги, 1,5-2 года назад, посмотрите даты выхода роликов, посмотреть. Ну, 33 года возьмем, там даже 34. Нифига себе молодость. Это для вас, это значит молодость, еще надо, ага, бегать там по клубам, ширяться что ли. Алена, вот для вас, я вас спрашиваю. У ям отсутствует логика. С цифрами проблемы я замечал там. Они ничего посчитать не могут, ничего. И про нос. Да не важно, какой нос у человека. У меня был хороший знакомый, не друг. Еврей, вот с таким носом. Гей. Мне с ним больше всего приятно было про книги говорить. Он такой начитанный был. Умер. Так вот, для меня не имеет значения. Национальность там. Кто он, что он. Ты человеком будь. Будь человеком. А ямы вот такие вот, как Алена, они вот 2 плюс 2 не могут посчитать. Я еще отдельно сделаю ролик, как в голове у ям укладывается, что вот эти 12 ребят живут в халупах, они там это, и при этом всех подкупили. В каких деревенских домах. Я в бедности ничего не вижу. Ничего. Я там написал, в кавычках, золотая молодежь живет там, не знаю, бог знает о чем. Кучу лайков, типа. Они не поняли, что я над ними смеюсь, а не над парнями этими. Потому что ямы идиоты. Я много раз про это говорил. 2 плюс 2, если хотят 5, если хотят 100. Всем спасибо, всем пока. Ждите скоро нового.